Сайран, что ты такое сказала внизу? Ты с ума сошла? Нет, я как раз таки в здравом уме. Я сделала очень правильный выбор. Что значит, пусть будет так, как скажет отец, Сайран? Ты с ума сошла? Ты услышал ответ. Ты же и так угрожал мне отцом. Вот я и ухожу, Ферит. К тому же ухожу по собственному желанию. Ты все еще не смог понять меня. Не смог узнать меня. Я и так уже многое повидала. Отныне я не боюсь никого, кроме Всевышнего. Сайран, стой. Ты никуда не пойдешь. Еще как пойду. Отпусти меня. Сайран! Что случилось, Ферит? Что случилось? Теперь сможешь идти к Пелин сколько захочешь. Куда пойдешь, с кем пойдешь. Мне все равно. Сайран. Я боюсь того, что с тобой сделает твой отец. Ты не понимаешь этого? Я беспокоюсь не о себе, а о тебе. Не беспокойся обо мне. Беспокойся только о себе. До сих пор я сама со всем справлялась. И дожила.